Так, сейчас мы идем к той беседке, которую мы забронировали. Он и Клюша там уже качается на качельке. Вот она. Елочки, тут красиво очень. Здесь можно в волейбол поиграть, сетка натянута. Тут по соседству еще одна беседка. Так, вот здесь вот костер можно топить конкретный. Вот здесь вот качели разные. Здесь вот мангал один стоит. А я так розеток тут-то не увидела. Есть? Ну, в принципе, тут тоже есть зона, да, потанцевать. А, вот, да, розетки. Ой, свет. Живем. Так, розеточки, все есть. Да, ну, правда, тут запашок такой приятный. Такой, как во Львовке. Как и не уезжали, да? А тут один выход, а там три. А. Крюша, Нюша, свинка Пеппа. Крюша, Нюша, свинка Пеппа? Да. Ой, как даже. Ну, вот как-то так.